Здрасте, с вами совпадет другой гейминг-хедер. Поздравляйте, гейминг-хедер. Ну, а я сама вижу свой канал. Простите за этот конфуз, но мы договорились. Вы меня спросите, какого фига я сказал? А он пытался. Да, друзья, с вами еще совпадет Дрю. Всем привет, друзья. Всем привет, зрители гейминг-хедера. Да, я тоже здороваюсь с зрителями совпадет Дрю. И, друзья, ну, вообще не такую камчалку. Короче, друзья, он вернулся, он увеличил скиллс в монтаже, в общем-то, поэтому его не было 2 недели, друзья. Ролик будет идти 30 минут, наслаждайтесь просмотром, приятного просмотра. А еще Паша возьмет 6000 кубков. И не надо бомбить в комментариях, почему у него аккаунт без данта, потому что, во-первых, в конкурсе участвовал только один человек, в загадках только один человек, и то я помог своему другу. Поэтому, друзья, я решил отдать как брату, да, двоюродному. Да. Нажимай готов, все, я все рассказал. Готов. Не будем про это мямлить, и будем мямлить про другое, потому что я уже не хочу по 100 раз говорить, что вот мы будем там, что ты поднял скилл в своем монтаже. Можно о чем-то другом поговорить уже, потому что, ну, типа, чтобы вкратце сказать. Да, ой, да, двигайся, да. Ну ты что ты делаешь? У меня загружается Brawl Stars. У тебя говно интернет, реально. Что с интернетом творится, ты мне скажи? Нет, сервера тупят. Если бы сервера тупили, у меня тоже тупили бы. То есть мы же дуо играем, хотя ладно. Ну блин, ну все, это проигрыш, понимаешь? Ну понял. Ну значит, перейдем. Ну начали жрёт. Уважаемые подписчики, угадайте, что я ем, я вам даже делаю намек. Говно. Палки соленые, все. Кусты чекай, кусты чекай. Ну чекни куст. Вдруг там кто-то есть, и ты идешь. И там бык какой-нибудь сидит. Все, никого нет, заебись. В любом случае, я вам скажу одну вещь. Я пидор. Извини. Нет. На канале будут выходить стримы. Да, только он выйдет через 2 миллиона лет, потому что мы записываем ролик, все. Возможно, сегодня, кстати, возможно, совместный стрим будет, да? Возможно. Да, кстати, в натуре давай совместный стрим. Можно. Вот мы не заговаривались, а вот можно, блядь. Как же хуёво играть. Ну что происходит? Что так было сложно-то, а? Мои стримы будут проходить с моего компьютера, на котором я монтирую. И некоторые спросят, с какой программой я монтирую. Я скажу, Mavavi Video Suite. 1500 рублей, друзья. А на телефоне эта программа бесплатная. На телефоне ее нету. Она есть, я ее видел. Mavavi Clips Video Redactor. Mavavi Clips? Да. Не знал об этом. У тебя какой? У тебя Mavavi Clips или какой? Давай Video Suite. А там клипс, типа, есть. Ну это то же самое, типа клипы, типа. Ребята, у меня Big Box. Откроем. В конце видео. Досматривайте его до конца. Да, друзья, вы думали сейчас? А нет. А еще 8 бит заберем в конце, да? Блин, а вдруг он будет? Это не у тебя бигбокс, это у меня бигбокс. У меня бигбокс тоже. Нет, это не, я говорю, то, что это типа мой аккаунт, типа у меня бигбоксы. Ну, типа у тебя, ну ты понял? Ну, понял. И да. Я ему не хотела давать аккаунт, друзья, он меня заставил. Шучу. Кстати. Поэтому, друзья, нет! Я хотела давать аккаунт, он меня заставил. Уважаемые, не надо ничего такого писать в комментариях. Я ему отдал аккаунт, потому что он мой брат. Уважаемые подписчики, в ближайшее время выйдет конкурс на мой основной аккаунт бывший, на котором 1300 кубков и на котором есть... А потом конкурс на этот аккаунт, когда на твоем канале соберется 50 подписчиков. Они будут делать конкурс на этот аккаунт, это мой основной аккаунт теперь. Ну я кто знает, я могу тебя отобрать. Не надо. Я сделаю конкурс на другой свой аккаунт, на котором 1300 кубков и Фрэнк из обычного лутбокса. Те, кто меня смотрят, они поймут, причем прикол, ясно? Это очень счастливо. Убегал. Ну что ты, ты творишь? Я убегал. Ты не убегал, ты атаковал зачем-то? Я не атаковал, я убегал. Блядь. Открывай сейчас бигбокс, все. Кто досмотрел до сюда, открывай. Да как? Почему у меня... Чё? Опять у меня закрылся этот самый дурекордер. Ты что, сейчас не снимаешь?
Ничего, ролик на паузу поставить? Да. Так, друзья, сейчас вернемся. Технические неполадки. Знаю, на каком моменте. Друзья, продолжаем, короче, ролик. Я тебе скажу, там, 5 минут, там, ну, ты увидишь, короче. Мы 5 минут записываем. Так, короче, у Game of Thrones слетела опять запись, или что-то там здесь происходит какая-то, поэтому мы склеили, короче, не обратите внимания, все, нажимай. Да, я честно не знаю, когда запись слетела, в любом случае, надеюсь, не очень долго. Давай, да, знаешь, как этот ролик назовем? Не я вернулся, а если ты это не посмотришь, то мы никогда не вернемся. Это будет бейтно. Давай бейтном тоже, давай. Ну чё, ладно. Хочешь или нет? Да не особо. Я не кликбейтщик. Но это не кликбейтщик, но все равно, типа, это по правде. То есть, если не посмотрите, типа, я кликбейт не делаю, я говорю то, что если вы не наберете там столько-то лайков, то я это больше ролики с братом записывать не буду. И мы перестали с Максом записывать ролики. А потом, когда набралось, типа, ну там какого-то там лайков и подписчиков, мы типа продолжили. Короче, я все еще ем соленые палочки. Да обжора, блин. О, ну у нас сегодня ничего получше. Да ты убегай, Паша. Мне дай. Мне дай. Не умри. Умру, потому что 10 банок. Все, иди в яд. Иди в яд. Пока, ребята. Друзья, блин, 495 кубков, да, у меня сейчас... Подожди, пацаны, последняя карточка. И у нас на Сэнди... Запись слетела. Опять? Да. А что у тебя сливает? У тебя памяти, что ли, не хватает? Нет, я скачаю еще одну версию до рекордера. Ладно, друзья, опять технические палатки в геймхедре. Ладно, пойдем пока что только на моем запишем, или на... Я буду скачивать до рекордера. Или мне на паузу поставить пока что. Нажми на паузу. Друзья. Продолжаем мой ролик, в общем-то, геймхедера. Ты потом все видео склеишь? У меня не сохранились предыдущие видео. А, ну ладно, у меня зато это сохранилось, друзья. С вами GamingHeader, Совпати Дрю, и я стараюсь на канале GamingHeader. Привет, подписчики GamingHeader. Да. Да. В общем, вы не удивляетесь, почему у меня аккаунт Совпати Дрю, он его отдал. Да, потому что в загадках никто не участвовал, не играл, короче, он занимается монтажом. Мы записываем третий раз, у него что-то говно программа, погнали. Все, если у тебя слетит, я буду дальше снимать, погнали. Да. Я уже задолбался, друзья. Это. По, я в начале ролика сказал, что будет 30 минут ролик идти. Нет, друзья, возможно, меньше. Я хожу, сколько он будет идти. Или 30 минут делать. Кого ты взял? Сказал Шелли взять. Я же хочу. Ну иди наверх, ну куда ты идешь? Куда ты идешь? Ну я сам заберу, ну куда? Блять. Че ты тимишься? С кем ты тимишь? Ты мог наверху забрать ящик. Ты видишь, что два ящика я сам заберу. Ты мог наверху забрать. Как же меня бесят люди. Что не давал бы этот аккаунт, блин. Кстати, скоро будет конкурс на GamingHeader, да? На аккаунт. Да, скоро будет конкурс на мой старый аккаунт. Все, ломай. Собирай. Условия будут позже. Подписался на Совпати Дрю на GamingHeader, все. Нет, там условия будут немного еще. Какое будет условие? Ну, не знаю, еще сам. Угадайте, что ну, есть. Там будет его подписаться на Совпати Дрю GamingHeader, да? Да, и, кстати, угадайте, что я ем. Соленое говно. Ну, не совсем, пока не подписчики угадают. Ну, что ты делаешь? Соленые палочки, все. Они не угадают, как они угадают? Вдруг это чипсы? Они никак не угадают. Ты хотя бы подсказал бы. Ну, пов, короче, говно какое-то солёное жрёт, и все. Блядь, живи, живи, живи! Дядя! Угу. Шелли, возьми сейчас. Вот сейчас угу. Все, проёб, иди. Это проёб. Хотя, нет, все. Ну, это ГГ, тебе сейчас Шелли снесет, все. Бери Шелли сейчас. Друзья, сейчас я, ну, вообще играли. Я там, кстати, очень жестко апнул эту, как это называется, Сэнди, да? Запись вроде не слетела. Нет? Да. А ты сколько будешь снимать сейчас ролик? Сколько ты будешь снимать? Минут 30.
А я меньше, наверное. Или мне тоже 30 минут. Блин, знаешь как? Я через 20 минут закончу запись, а потом я закончу запись и с тобой буду еще 10 минут сниматься, окей? Эксклюзивный контент, ёпта. Да. Ну, а может и нет, может и не буду, типа, много, потому что я хз. Я, возможно, сейчас запишу ролик 30 минут и все, закончу, и потом пойду пельмени хавать. И ты будешь сам продолжать, окей? Окей, а я буду, ну, наверное, тортик хавать. Так, все, поехали, короче. Да, пельмешками там остывают. Все, топ-1, и возвращаю Фрэнка. Там, Сэнди, одна катка, вы с вами видели. Сейчас потом заем с вами. Короче, так, друзья, скоро 16 тысяч. Я не знаю, апну я или нет. Я хочу 15 500, моя цель. Поэтому... Кстати, скоро у меня, внимание, 8 бит. Да, 6к, короче. Ну, когда бы мой аккаунт, поэтому ничего тут там. Я потом отберу тебя, и все. Его. Ладно, шучу. Это такие это шутки, ролике... друзья, не воспринимайте всерьез, потому что, ну, типа, это рофл, да? Да, в этом ролике я выбью 8 бита, да. И куда я пропадал все это время? Я повышал скилл монтажа. Ну, конечно, ролике... монтаж получился говняным, но... Лучше, чем ничего. Да. Говно лучше, чем ничего. О! Даунка, зачем она прыгнула на нас? Мне дай. Мне дай. Давай. Хотя нет, сам... Ну ладно, уже все. Ты мог сам взять, типа. Ты же Шелли, типа. А Фрэнк, он, типа, ну, типа... Он стоит, поэтому... Чё, а ты бы быстро бы всех снес бы! Отлично, забирай банки! Блядь, что ты делаешь? Еще кое-что. Важная вещь. Ты же мог банки забрать, Паша! И топ-1 это был да бы. Дай мне сказать мой текст. Так, что там? А... Видели ролик про загадку первую? В общем, это я его создал. Да-да-да, я его создал с нуля. Ну, мы с тобой, блин. Да, мы с тобой. Это мы придумывали, как вот там. Я придумал сценарий, он придумал вот все. Он шарит в этом компе. О, возьми Шелли. Ну, Паша, ну что ты сделал? Вот, если бы мы тогда пошли бы за банками, сейчас бы все было бы лучше, понимаешь об этом? Возьми Шелли. Да! Ну что ты не пошел, а? Вот что ты не пошел за банками вниз, блядь. Бомбить у меня нахуй, бомбить. Нажимай. Нажимай. Нажал, елки-палки. Ты хоть нам хавать, сейчас худишь, блин. Желт болеть будет. Много соли нельзя. Кожа мне подгорает. Не за па, не за брата. И не за гейминг-хедера. Подгорает вообще из-за каток. Топ-1 очень любит бомбить. Я не люблю, это мое призвание. А, я понял. Кстати, я выпущу игру для Топ-1 Дрю. Ну все уже об этом знают, потому что все твои подписчики, это мои подписчики. Почему весь интернет не знает о том, что какой-то человек здесь там типа подписчиков собирается выпустить игру для какого-то другого человека с 200 подписчиков? Ну мы уже на моем канале об этом говорили, смысл по 100 раз повторять. Ну просто, может быть, у меня есть свои уникальные подписчики. У тебя их нет, у тебя только все мои. Ворон, ты надоела. Ай, ладно. Ну, пидор вонючий этот ворон, блядь. Бегай вверх, вверх, да, вверх, вверх, не иди, ну вверх, вверх, чтобы он на тебя напал. Вверх, 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 чтобы он на тебя отстал, вверх, чтобы на меня, а ты, ну, блядь, ну что ты творишь, Паша? Он, в принципе, он от меня отстал, потому что он меня убил. Ты, блядь, мог раньше? Вот, извините, конечно, за маты. А вот ты мог раньше убежать? Тебе говорю, не зря. Вы скажете сейчас, какого хера я обмоблю на младшего брата? Он же младший. Ну, двоюродный, ну, потому что бомбит. Хотите, я подроблю на Топ-1 Дрю? Вчера он мне сказал то, что я обещаю, то, что я буду меньше употреблять мат. Вообще стараться не употреблять его. Ты заебал, блядь. Я следующий день. До ролика он вообще обматерился столько, что я, блин... Нажимай! Мы за 15 минут ничего не апнули, считай. Все, давай. Матерился. И что? И что там такого, а? Плохие слова, и что? Это каждый школьник сейчас знает это слово. Эти слова. Я не знаю. Сейчас, ну ты вот не надо врать, у тебя постоянно там батя будет интересно, поэтому не надо тут врать, ты что?
Я их, по крайней мере, не употребляю. Ну, ты же, блядь, знаешь. Поэтому все знают, я тебе говорю. Но употребляют... Ну, вообще, употреблять это тоже мат. Употреблять. Я не матерился, пацаны. Нет. Ой, блин. Простите, случайно матернулся перед вами. Это словарное слово, все. Не надо, это его эти, как вы там, русские придумали, поэтому все. Не базарьте мне то, что это мы что-то... Скажи, меня бесит бык. Может, ты ему пизды дай? Ну, ты ему сейчас лицо сломаешь, ну ты чё? Ну ты шутишь, как ты? Я бы сейчас быка бы снес бы. Ну, Паша, ну как ты в это играешь? Ну ты умеешь за Шелли играть, я а? Я знаю, кого не взять, я знаю. Говорит, не бери этого Барли. Помнишь мою песню? Помнишь мою песню, да? Тару? Нет. Зовут меня Тара, я вас у себя. Не бери ее, ты не... Поздно. Все, я у него отбираю аккаунт, пацаны. Я буду разыгрывать, друзья. Ждите, конкурс будет сегодня. 4 часа. Не надо. Надо, у меня же пароль и почта есть. Я же отберу, и у тебя тупо вылетит с аккаунта, потому что не сможешь зайти из-за того, что я пароль поменяю. Не надо. Да хуй ты, ты взял Тару, тебе говорил? Смешно, это не смешно. Ну, реально, я специально взял Тару. Блин, кому это смешно, пацаны? Валите нахуй с моего... Блин, извините. Нахер с моего канала, вот реально, кому вот эти вот шутки смешные, вот, я спросил, например, взять там Биби, а вот выберите какое-то говно, там, Мортиса какого-нибудь, там, на что ли, и, ну, какую что ли, нет, ну, какой-нибудь, вот, типа, а я вам какой-то профессионал сказал, у которого 20 кубов, а вы взяли какого-нибудь другого, он, блин, уже попанет, он, то есть, он будет как я, но я не говорю, что я профессионал, прям вообще на все руки, но, блин, играю лучше, чем мой брат, поэтому... Я не хвастаюсь этим, я просто говорю, что слушай меня, но просто он не всегда слушает, поэтому он думает, что он сам, типа, этот, типа, знает сам. Ну, собирай! Блядь, ну что ты стоишь? Ну, хоть хуйню там хавать, все. Мы проиграли, значит, аккаунт я забираю, все. Не надо. Надо. Нет, плюс 3 кубка, плюс 3. На мне нихуя не дали. Да ты мне не сказал, кого брать, Шелли! Не бомбит. Кстати, скоро про песня про Эмс выйдет. Ждите. Блядь. Про Эмс песня, да? Да, которую мы с тобой начали сочинять. Нажимай. И что ты бомблю? Почему я бомблю? Вот мне скажите, почему я бомблю? Потому что бомби. Потому что я такой человек. Кому-то похер на победу, а кому-то нет. Мне вот так вот бомбит. Ну потому что на тупые поражения. Вот не просто тупые бывают, такие тупые поражения, что ну, пригореть хочется. Ну вот скажите, вот у вас такое, у тебя такое было? Тупые поражения у тебя были? Да, были. Блять, да хуя. Стоит у тебя Шелли в команде. Ну, не про тебя сейчас. И стреляет, да? Ей надо просто взять и стрельнуть 2 раза. Она стреляет 1 раз. А потом идет впритык и даже не убивает, блядь. Она может убить. Мало хп. Стоит вот так вот. Пум. Я скажу, и стоит. У меня последний случай был сегодня. Значит, я играю. Меня убили. Прошло 10 секунд. 5, 4, 3, 2. Я думал, ну ладно, сейчас доиграю, и мы выиграем. У нас был момент 5. Ты в дуо играл? Да, в дуо. И знаешь, что сделал мой напарник? Это был Биби. И знаешь, что он сделал? Она бьет. Последние 5 секунд взял и пошел в туман. Специально пошел в дым. Досталось 5 секунд. На него никто не нападал. Никто. Пиздец. Ну так и у меня тоже такое было, когда я Розу Апл написал, еще на основном аккаунте давно. Летом, в июне, помню, блядь, такой же Леон был, да, он. Вот вы помните, друзья, старый? Вот я помню этот случай, на всю жизнь запомню, вот, реально. Он... И мы играли с ним, блядь, и он что-то берет, он в еду вот так вот бегает, то назад, то сюда. Я такой, блядь, что творишь? Я все банки собираю, за него все делаю. У него 7 банок, он идет в яд. Хули он идет в яд? Он суицидник? Не понимаю, просто реально. 7 банками идти в яд, понимаю, с нуля, когда уже все. Выхода нету там. Они... О, да, это топ-1. О, да, Паша. Все, тогда я не отбираю аккаунт. Спасибо. Ну, не тоже спасибо, ты должен, типа, это,
Просто я не из-за этого, я бы никто не отобрал бы. Это просто было сказано так, чтобы типа это, ты напрягся и начал хорошо играть. Ты мне дашь? Мой. Грохни, я сказал. Да, давай ты грохни, ну ты видишь, все. Все, пацаны, 500 кубков. Все, осталось на Сэнди еще апнуть. Мне, кстати, надо важная вещь. Мне дадут мой его 8 бита. Или надо еще одну капку? Нет. О, еще 14 кубов у тебя. Блин, пацаны, я не знаю, что носка возьму или нет. Я задруть сейчас не могу. Много зрения. Я говорил вам 5 дней, короче. ХЗ. Возьму или нет. Если бы задрутил, я бы взял бы. Все, берем с пацаном. Да, песня. Она слетела. Эта тура слетела. Ну все, продолжаем тогда, все. Продолжаем. Погоди, запись слетела. На паузу ставим. Всем привет, дорогие друзья. На канале Ги... А, хотя что, всем привет. Склейка же. Погнали, друзья. Все. Нажимай. Да, склейка будет. Пацаны, меня Gaming Header уже, ну, подбесил вот этим вот херней и... Да, блин, мне еще и батарея еще как-то сажается. Ну, почему зарядка произошла, блин? Потому что это... Я зарядку ничего не сделал. Что произошло такое? Ох ты, ё-моё, убегай! Все, пацаны, это последняя катка. Я не знаю, на канале Gaming Header тоже, да? Нет. Мне нужно выбить 8 бита. Ну и что ж тебе нужно 8 бита? Я отберу тогда у тебя. Ладно, ладно, на запись последняя катка. Да нет, не из-за этого. Да нет, просто у меня бомбит... Да мне не бомбит, просто я тебе сказал то, что я не отберу, просто... Я имею в виду то, что... Ой, как тебе сказать, чтобы ты не расстроился? Я имею в виду то, что... Типа то, что, ну, типа как-то странно, типа ты типа записываешь ролик, а я не смогу, то есть мне придется сбросить, а я хочу еще, то есть я хочу, чтобы равномерно, типа, было. Ну, типа, хочешь, как хочешь, типа, это твой канал, но... Сука. Ну, сука, реально, сука, человек! Сколько кубов осталось? 9, ровно топ-1, пацаны. Блять, заряжай, заряжай нахуй, бери, оставляй Шелли, заряжаем, нажимай. Если ты не возьму, я удаляю свой канал. Все, если мы... О, нет, нет, пацаны, нет, это, я не до конца не договорил, да? Алло. Алло. Я до конца не договорил, все, не, я не буду удалять свой канал. Я до конца не договорил, пацаны. Нет, я не буду свой канал удалять, пацаны. Я думал, то, что тебе придет в голову, как в прошлый раз. А, ну я бы тогда, знаешь, что сделал? Ну ты понял. Угу. Блять. Ну, блин. Как же меня не бить? Чего они остать не могут, а? Я вверх бегу, все. Иди тоже за мной вверх. Mm-hmm. Все, посрать. Не обращай внимания на них. Они аутистки две. Мне еще коктейль? Коктейль? Еще коктейль, да. Мне коктейль? Наверное. Пока что на рекламу вроде не вылетел. Блин, что говно с телефоном, я не понимаю. Да, да, у него был коктейль. Я беру. Не посрать, я беру. Окей. Ты меня бесит, примат. Ты чё примат хочет, а? Ну чё ты хочешь, а? У меня 20 банок, у тебя сколько? Хотя какой у меня 20? Ну убей. Убей! Ну ты... Блядь. Всё, я отбираю аккаунт, пацаны. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, блядь. Я, блядь, не могу, меня бомбит. Нет, я не закончил. Меня бомбит. Ну ты мог. Хотя, что ты мог? Ну, дай... Тащи. Блядь. Как же подгорает. Ну хочу я обнуть с одной катки. Не хочу по полтора часа записывать. Да, блядь, ну что с зарядкой происходит? Ну да. Я вот так вот делаю, блядь, и она отстёгивается, блядь. Вот так вот делаю, она, блядь, отстёгивается, сука. Буду сейчас с айфона играть, блядь, не могу. С айфона? Да. Сейчас, я тебе на айфоне позвоню.
Ок. Ты, ну, твой номер надо добавить, блядь. Буду с айфона играть. Не могу, блядь. Без ролика уже. Это последний ролик, друзья. Все, не обижайтесь. Два коктейля, бери один. Ага, да! Два коктейля, ага! Это была ошибка. Блядь. Ах, не могу! Все, пацаны, я не буду с Гивен Хедером играть. Нет, это не его вина, я не хочу просто играть с ним. Ну, бомбит. Надо было в пияке продолжать. Нахуй мы нахуй это говно пошли, а? Наблюдай за мной, короче. Ладно. У меня бомбит, пацаны. У меня бомбит. У меня бомбит. Все. Мне похуй, все. Мой ролик еще не закончился. Да, блядь. Кстати, я забыл извиниться за, знаете, за что? За что, блядь? Кстати, возможно, слейк будет неразномерный. Блядь. Кто же мне, сука, бомбит? Ну хуй, ну, блядь, ну, ну, Сэнди, говно. Говно полнейшее в дуо. Не, вы скажете, хули ты в дуо? Потому что в дуо раки играют. Надо в соло, потому что играть. А в соло я не хочу, в соло меня сольют. Из-за того, что там тимится, вот эта всякая паража происходит. Не, наверное, соло пойду, если не получится. А, блядь, ну, ты куда убежала? А, хотя... Ну, бык, ну, бык, ну, бык, убегай! Бык! Бык, блядь, убегай. Ну ты видишь 10 банок? Ну ты 10 банок никогда в жизни своей никчемной не сольешь. Блядь. Все, всем спасибо, я не могу лапнуть, все, пока.